Давайте продолжать рассматривать, как делать каких персонажей. И раз я в прошлом ролике заговорил за Аида, то давайте Аида сделаем. Итак, опять со сферы уже делать пока не будем. Давайте опять с болванки. New Scene, погнали. Итак, ставим вот в такое положение персонажа. Shift колесико крутим, прибавляет, уменьшает именно размер кисти. И Ctrl колесико крутим, интенсивность уменьшает, прибавляет. Так, за детализацию я пока не знаю. И, кстати, я этим не пользовался. Вот теперь можно этим воспользоваться. Ну, привычка уже именно тут переключать. Так, вытягиваем опять же нижнюю челюсть. Ctrl-Z. Ставим симметрию. Окей. Shift. Правая кнопка мыши, выравниваем персонажа вот таким вот образом. И вытягиваем вот так вот челюсть. Следом. Shift. Правая кнопка мыши, выравниваем. И поработаем драйвом. Так, можно клеем. Вот так здесь набалдажник вот такой вот делаем. И шифтом немножко все это дело выглаживаем. Вот такая штука. Теперь это дело опять вытягиваем вниз. Чуть-чуть уводим вот эту часть. И челюсть немножко приподнять можно. Вот пока вот таким вот образом. Теперь уменьшаем вот этот размер. Вот так вот. И саму челюсть поменьше делаем. Следом чайник вот этот, голову тоже сплюснем. Поменьше вот так уши приподнять. Ну, пока вот таким вот образом пусть выглядит персонаж. Переносим Shift, зажатое колесико. И теперь давайте с носом поработаем. Накидаем без клея вот сюда вот массы. Вот так. А теперь драйвом вытянем вот таким вот образом. Уменьшим кисточку. Уменьшим вот так вот нос. И вот эту пимпу вот так аж опустим. А здесь сделаем вот такой бугор. Так. Вот что-то в таком духе. Теперь нужны нам глаза. Давайте делать их. Так, накидаем сразу глаз. Можно вот таким вот образом. Чтобы были как бы шишки. И порежем его. Shift, правая кнопка мыши. Вот таким вот образом. Здесь глаз опять же намечаем вот так. Нижнюю часть тоже. Нос. Переключаемся к носу. Это используем флатом. И вот так делаем его острым. Так. Вот таким вот образом. Теперь шифтом можно немножко его кое-где выгладить, где порвало именно вот эти вот полигоны. И порежем ему вот эту вот часть ноздрю. Вот так вытянуто. Теперь наметим губы. И флатеном вот здесь вот интенсивность поменьше. Чуть-чуть. Да, оформим. Так, вот эти вот части чуть-чуть гладкими сделаем. Во. Так, теперь нужно сделать губы. Губы у него интересные. Не то, что у Джафара. Вот здесь вот так вот делаем дугу. Вот поближе поставлю. Вот так. И вот так как бы. Вот таким вот образом. Здесь теперь докидываем без клея.
вот этим драйвом прям побольше, вот типа губа, и нижнюю губу прям можно побольше поднакидать, вот так вот. Так, здесь добавим. Вот получается вот такая заготовка. Шифтом уши тоже выгладим. Шею. Вот шея теперь портит всю картину. Они же как братья. Так, и вот эту часть чуть-чуть сюда. И вот эту часть прям поуже. Во. Вот эту часть теперь чуть-чуть поднатянем. Вот так вот. Ну и давайте все это дело теперь преображать. Вот подбородок чуть-чуть прорежем. Не без этого. Вот так как-то. Здесь шишку еще можно побольше сделать сейчас будет. Здесь вот тоже как бы складки вот эти. Вот так вот. Ну и теперь флаттеном вот эту часть можно немножко как бы уплотнить вот так вот. Теперь порежем вот эту часть. Вот так и вот так. Надеюсь, вам видно. Вот такая штука. Здесь докидываем именно массу. Без клея, конечно, вот поострее вот так вот. А вот здесь уже можно клеем. Вот так вот. И шифтом все выглаживаем. Теперь флаттеном вот эту часть проходим именно вот заостренно. Вот так. И сверху как бы вот так вот. И сбоку. Вот таким вот образом. Делаем порезку. Здесь вот от глаза. И уходим вот на этот типа на вот эту часть. На скулу. Так, смотрим, что у него с челюстью, как она у него должна выглядеть. А выглядеть она вот так наискось должна. Так, уже... Так, теперь от носа. Идем, делаем вот эту вот резку. Так, это будет тут типа рот. Губу, вот эту нижнюю. Давайте сделаем... Попухлее. Вот снизу поднакидаем ее вот так вот. Во. А теперь флаттеном будем ее преображать. Во-первых, сверху надо ее выровнять. И вот так вот. Вот таким вот образом. Здесь вот снизу как бы закругленности сделать. Во. Поработаем теперь с верхней губой. Так, под углом ставим. Вот так проходим. И вот как бы вот так вот. Так. Вроде все нормально. Ну, вот эту часть тоже выравниваем, уплотняем. Здесь между носом делаем пазух. Так, нос немножко тоже оформляем. Каким образом? Сделаем вот так надрезку. Вот она. Вот так вот. Рез от глаза. И уходим вот сюда. Следом делаем вот эти вот части, где будут именно складки. Вот так. Ну и немножко вот так вот округляем. Так, кисточку теперь драйва поменьше. Что-то пока в таком духе, потом подправим. Так, еще глаз вот здесь, вот эту часть чуть-чуть вперед. Вот так.
Ну и нужно разобраться теперь вот с этой частью. Так, здесь мы порежем. Здесь мы вот так вот сделаем складку между носа. И нужно как-то брови вот кверху поднять. Так, это значит рисуем. Так, вот так. Здесь шифтом убираем, зацепил. Вот как-то так. Теперь клеем все это дело. Немножко дооформим. Вот таким вот образом. Вот как-то так. Угу. Шифтом чуть-чуть выгладим. И флатеном давайте все это дело углом сделаем. Вот так вот. Следом вот эту часть тоже делаем вот как-то вот так и повыше. Ну да, что-то в этом духе. Так, что еще у него с челюстью? Вот здесь вот чуть-чуть ее вот так округлим. Угу. Давайте скулу теперь клеем добавим чуть-чуть. Вот как-то так. Угу. И вот эту часть, по-моему, чуть-чуть надо побольше, без клея теперь. Так вот. Во. И чуть-чуть сгладим. Угу. Есть такое дело. Немножко скулу вот эту вот здесь уведем. Ну, чтобы ее было видно. Так, теперь шею чуть-чуть еще потоньше. Ну, вот такой типаж. Так. Давайте огонь теперь добавим. И уши у него чуть-чуть доработаем. Так, уши уже я показывал, как дорабатывать. Ну, давайте опять же ставим крис. Резку чуть побольше, под углом. Вот так вот режем. Еще раз надрезаем ухо. Так, где-то так. Кисточку поменьше. Вот таким вот образом. Так, с этим делом вроде все. Надо шифтом теперь немножко придать форму. И ухо вытягиваем вот так вот. Раз. Чуть-чуть как бы, да, вот так вот, как и у Джафара. Так, здесь немножко уводим в бок. И вот эту часть, где ухо, тоже прижимаем. Во. Но череп теперь большеватый. Надо его немножко поприжать и приподнять. И вот эту вот, сейчас покажу линию. Вот эта линия черепа должна быть отбитая вот так. Так вот. Ну вот, теперь он тощ. Так, что еще можно сделать? Вот эту пимпу, вот эту, еще чуть-чуть поменьше надо сделать. Подбородок, вот как-то так. А здесь можно чуть-чуть еще подбородок прибавить пошире. Во. Так. Ну и возможно, где-то его еще вот так отвести. И пониже. Вот так. Ну, а тут клеем еще поднакидать. Вот так вот. И тут чуть-чуть еще вот так. Так, что тут? Над губой складку и под губами складку. Так, вот так.
немножко резку. Так, здесь резко как бы углом идет. Вот таким образом. И чуть-чуть сглажено. Вот так как-то. Так, ну вот эта часть уже сверху смоется нехорошо. Ее нужно немножко округлить. Вот как бы так. Так, попробуем немножко еще вот эту часть подать вперед вот так. Во, вот так будет более симпатично и более-менее правильно. Вот здесь вот скулу можно поднять, а эту сделать чуть поменьше. Вот так. Так, шифтом выглаживаем черепушку. Смотрим, как она сзади выглядит. Так, тоже все выглаживаем, чтобы персонаж красиво выглядел. Вот так, гладко. Так, ну и надо делать огонь. Так, вот здесь вот с черепом тоже не ау. Нужно вот так его еще приподнимать. Нос перемычки не должно быть, а нос у него в череп прям гладко входит. Так вот, ну. Так, вот здесь можно еще даже прибавить. Во. Ну вот уже аид. Так, добавляем огонь, это уже драйвом, и вот эту часть без клея накидываем прям побольше. Вот тут шифтом сразу выглаживаем, чтобы этой полосы не было. И вот так побольше, побольше, побольше накидываем. О, прям индеец получился. Ну ничего, теперь кисточку чуть-чуть поменьше и вот эту часть повыше. Так, так я и выглаживаю. Вот так. Теперь придадим первый вот этот огонь, первый факел флатеном. Так, поострее его. Вот так вот и надрежем. Следом продолжаем делать то же самое, только теперь вот от этой части. Накидываем побольше. Смотрим со всех сторон. Ну вот уже нормально. Сзади тоже накидываем массу. Шифтом выглаживаем. И сбоку тоже массу. Так, здесь тоже не забываем. Так, и вытягиваем. Кисточку можно чуть-чуть вот так. Здесь где-то факел вот так. Верхняя часть можно чуть-чуть повыше. Теперь вот эту часть можно вот так преобразовать. Ну и вот эту чуть-чуть вытянуть и шифтом. Обязательно шифтом выглаживать. Так, теперь придаем внешний вид вот этим вот типа факелам. Чуть-чуть потоньше. Здесь вот тоже чуть-чуть его как бы помягче. Здесь вот так вот шифтом выглаживаем. Тут тоже шифтом проходим и добавим сюда массу, уже можно клеем. Вот так уже можно факел клеем нарабатывать. Так, здесь вот так вот массу накидываем. Здесь вот так с боков
Где-то вот тут еще. Так, здесь вот пимпу делаем. Вот так вот. Ну, словом, кидайте, как вы себе это дело представляете. Системы тут как таковой нету. Но должен быть типа на огонь похож. Вот теперь ставим резку, крис. Интенсивность поменьше. И пошли вот так вот. Так, что-то в таком духе. И добавим факела. Вот. Потоньше и шифтом. Вот так вот. Так, теперь добавим вот отсюда. Шифтом. Где-то вот отсюда добавим, только вот в эту сторону. Чуть-чуть вот так. Ну и с верхней части тоже два вытянем. Опять же шифтом. Ну и отсюда вот два так. Или один пойдет. Так, ну и маленьких еще вот отсюда добавим. Ну и их теперь нужно прорезать. Чтобы это именно были факела. Вот так. Так, вот эту часть чуть потоньше, здесь чуть-чуть побольше, на висках поменьше. Вот так как-то. О. Ну а теперь флатеном будем придавать факелам углы. Так, вот эту часть тоже побольше смять. Так, здесь уже флатен. Флатен. Сбоку флатен тоже. И под разными углами все это дело преобразуем. Так, вот так. Здесь вот можно. Тут вот не без этого. Ну, самый главный, вот этот центральный, чтобы тоже красивый был. Так. Посмотрим полигоны. Давайте немножко их понизим для профилактики. Так, теперь шифтом. Вот когда вы начинаете флатеном много делать, начинает вот эти вот сетка немножко рваться. Так, полигоны прибавить и вот так вот. Кисточку поменьше. Здесь вот будут усы
уже с большими полигонами. Так, вот этот потоньше. И теперь флатеном, в смысле драйвом, можно вот эти вот части поднакидать кое-где. И тут уже выглаживать не надо. Именно вот так вот грубыми полосами. Интенсивность можно поменьше, а кисточку, в смысле, кисточку поменьше, а интенсивность побольше. Детализация, чтобы была. И вот так вот. Еще кисточку поменьше. И еще в некоторых местах вот так вот побольше сделаем. Ну, это вот такой вот АИД. Сейчас у него еще чайник. Вот этот. Давайте поэкспериментируем. И чайник еще побольше поставим. Во. Во. Вот теперь верю. Вот теперь АИД. Так. Что у него с бровями? Давайте посмотрим на брови. И опять же глаза прорежем. Это уже драйв, клей. Кисточка поменьше. Интенсивность побольше. И альт. Так, кисточку еще побольше. Вот так как-то. С полуоткрытыми, чтобы глазами был. Так вот. Можно даже зрачок ему тут сделать. Вот так. И теперь клей убираем. И побольше две вот эти вот ямки ставим. Вот теперь АИД даже с глазами. Так, вот эту часть мне не нравится. Давайте вот эти вот где дуги, именно вот так их поставим. Во. А этот глаз чуть-чуть в бок уведем. Так, это, наверное, многовато, но это уже флатен нам поможет. Кисточку побольше. Во. Так, угол еще дать. Угу. И немножко вот так вот с выпуском. Угу. Так, и голову, наверное, вот эту часть чуть-чуть. Так, вот эта вот часть должна еще уменьшенная голова у него быть. Так, вот так аж. Так, лоб делаем ему ровный. А бока чуть-чуть вот так вот. И чуть-чуть шифтом. Так, немножко резкий. Так, поменьше интенсивность. И складок здесь понаделаем вот так вот. Теперь делаем драйв и без клея мелкой кисточкой Ctrl-Z.
интенсивность поменьше. И вот так. Вот так делаем складки. Теперь шифтом немножко их делаем вообще мелкими. Вот так вот. И чуть-чуть грабом вот так вот вниз как бы провести его. Так, с губами, наверное, еще с верхней губой нужно поработать именно. Давайте клеем поднакидаем. Теперь флатеном. Вот так вот проведем. Грабом кисточку поменьше. Вот эти части выводим вперед. Эти чуть-чуть назад. Вот так, да? Здесь тоже чуть-чуть вот так вот вперед ее. И вот эту часть опускаем. Во. Ну и теперь клеим платином, пардоньте. Чуть-чуть придаем им форму. Так и сверху чуть. И немножко резки. Так, ну что-то в таком духе. И наметим нос. Это уже драйвом через Alt и будем заканчивать. Так. Ну и немножко нос у него походу вот еще острее, а вот эта часть чуть-чуть вот так идет. И вот эта часть еще потоньше. Вот так вот. А вот эти части ноздри, это побольше. Во. Ну и завершение вот этот вот часть, переход вот этот тоже. Вот так вот. И пару полосок добавим. Вот сюда под глаз. Таких угловатых. Вот так. И немножко все это дело платином пройдем. Вот так вот. И шифтом немножко выгладим вот здесь на концах и на начале. Так, теперь глаз. Вот так. И вот эту часть немножко пониже, вот так вот. И верхнюю веку чуть-чуть вот как бы на спуск вниз. А верхнюю чуть-чуть поднять. Вот так вот.
Ну и чтобы ее виднее было, давайте надрез сделаем. Так, вот эту часть еще надо поменьше. Вот. А вот эту губу, чуть-чуть потолще вниз. И как бы с разворотом. Во. А здесь чуть-чуть я вот так вот. Вот так вот. Ну и ямку вот эту, ладно уж, все, заканчиваю. Разошелся. Вот так как бы. Отъедить копать не остановлюсь. И ухо тогда давайте. Хотя бы углубим. Во. И чуть-чуть мочку накидаем. Так, теперь вот этот край немножко пройдем. Вот так. И вовнутрь клеем чуть-чуть киданем. Вот так. И альтом вот так вот пас. И резко вот так вот. Так, вот такой аид. Чуть-чуть вот эту шишку вперед, кверху вот так. Вот эту чуть-чуть часть поменьше, а эту чуть-чуть вдавить вот так. Ну и чуть-чуть надуть, и, по-моему, чуть-чуть еще можно вниз. Вот. Вот теперь точно аид. Все, всем пока, до свидания.